В Национальной библиотеке Татарстана прошел форум «Работа молодым». Это ежегодное мероприятие, которое проводится 17 февраля в честь празднования российских студенческих отрядов. В связи с этим состоялось награждение студентов. Все подробности далее. На награждении были отмечены представители студенческих отрядов Казанского университета. На сегодняшний день в ВУЗе существует 21 отряд с учетом филиалов в Елабуге и Набережных Челнах. Летом студенты работают по четырем направлениям. Это строительные отряды, отряды проводников, сервисные и педагогические отряды. Так, на мероприятии отметили отряд «Астероид». Мы студенческий отряд проводников, то есть летом и зимой иногда мы работаем на поездах в качестве проводников пассажирского вагона. Скоро у нас юбилей в отряде, я думаю, мы так с размахом проведем этот праздник, все-таки мы заслужили. Наградили еще одну представительницу отряда «Астероид» Анастасию Козлову за активное участие в стратегической сессии Республики Татарстан. Ею был разработан проект «Кадровый резерв». «Кадровый резерв студенческих отрядов» – это проект, который направлен на выявление молодых лидеров и на дальнейшее их развитие. В рамках этого проекта мы выявили 13 финалистов и победителей, которые впоследствии будут представлять нашу республику на всероссийских трудовых проектах и заниматься развитием студенческих отрядов по всей России. Работа в студенческих отрядах – это умение решать конфликты, желание делать что-то безвозмездно и получать от этого большое удовольствие. История студенческих отрядов Казанского университета берет свое начало в 2011 году. Сегодня свою работу ведет штаб студенческих отрядов ВУЗа. Елизавета Никитина, Ленардо Влезьяров, Универньюз.